Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Тиранит. Мы продолжаем играть в Майнкрафт Майнинг. Да, и сейчас мы думаем заспавнить босса. Мы без съемки тут побегали и набили вот 24 этих штуки, которые спавнят босса. Ну, долго мы, если честно, бегали, так как один моб, который нам нужен, спавнится раз не знаю сколько там времени, и фиг мы его, в принципе, нашли. Да. Угу. Я тут себе меч зачаровал и штанишки с этим. Видите, у меня уровень весь пропал. И мы бегали так, всех убивали. Сейчас нам нужен... Сейчас, сколько там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 листков бумаги. То есть нам тростник нужен. Угу. И сейчас мы пойдем его искать. Да. Ну, я думаю, мы его быстренько найдем. По крайней мере, я на это надеюсь очень сильно. Ну, наверное, возле берега, как обычно, растет. Ага. А там кто его знает. И вообще у нас друзья, так я, судя всего, мы так поговорили, и мы поняли, что у нас, скорее всего, сборочка-то подходит к концу. Да, данжев тут, если честно, не так много, как мы думали. И... Мы думали, что тут данжев просто огромное количество, и будут боссы разные интересные в этих данжах, что самое немаловажное. Но, как вы видите, мы побегали по всем, ну, по более-менее всем данжам. Кроме еще там у нас есть вулкан. Вулкан, да. И вы видите, что эти данжи, грубо говоря, из себя такого ничего интересного не представляют. То есть мы побегали по пиратам, пираты такие что-то. Ну, грубо говоря, везде одно и то же, только мобы другие. Просто, ну, вот этот, как сказать, картинка у них другая, текстурка, вот, текстурка у них совсем другая, а все остальное то же самое. То есть мы перебегаем, бьем, они лечатся, и все. И то есть где-то есть боссы, где-то нету боссов, и больше дальше из этого никакого развития и не идет. Вот. Да. Так что мы подумываем сделать другую сборочку и, скорее всего, подумываем, друзья, так что вы там не думаете, что, возможно, это будет. Мы еще пока подумываем сделать вот PUBG с Divine RPG. Вот там вот точно не соскучишься, там точно нам уже будет что делать. И еще думаю, может, туда что-то еще запихнуть. Там, вы, в принципе, можете спокойно предлагать свои идеи вот под этим видео, писать в комментариях, например, в один комментарий вместите, например, моды, которые вы, не знаю, посоветовали бы нам вместить в сборочку с Divine RPG, например, не знаю, можно туда вместить, например, опять же, вот эти рюкзаки туда, например, можно засунуть там, можно еще туда засунуть там, ну, не знаю, тот же, естественно, этот, как он называется-то, как крафтить, потому что там по-любому надо будет знать, как что крафтить этот мод, трикопитетер, ну и другие типа моды, такие, которые вы бы, ну, посоветовали нам, так что пишите это все в один комментарий, и если вы увидите комментарий, который вам понравится, нажмите на него лайк, и мы увидим, естественно, и у меня это пишите, и у Эдисона, и мы потом это все увидим и посмотрим, но мы вообще бежали за тростником, как бы, а не за... Ой! А не за огнем. Ну пошли, там Микки Маус. А, вон тростник, я вижу, да. У меня есть 5 штук. Там еще и тролль. Да. О, там тростник, куча. Да. Так что я думаю... Ой, да тут много всяких мобов. Я их сейчас буду расстреливать. Не. А, у тебя револьвер. Да, она себе пуль не поделал. Руки вверх! Так что босс. Мы думаем еще, наверное, вулкан залутать. Убить, да, может, несколько... Вау! А что за фигня? Я выйти не могу. Откуда? Все, вышел. Убить, может, вот этого главного босса, что мы сейчас собираемся убить. А? Так, о, я сейчас тростник соберу. Давай, собирай. Я просто там чуть-чуть предлагала. Ага. А сколько из одного тростника можно сделать листов? Фиг его знает. Блин. О, залагало. Ты даже ты лагаешь, я что-то понять не могу, что такое. Что лагает. Пауза. Там какой-то здание. Мы вернулись. Мы увидели какое-то здание там вдалеке. Нам интересно стало, что оно такое. Мы сейчас пойдем проверить. И узнаем, что оно такое. А я пока порастреливаю вот этих вот товарищей. Давай, а я думаю, сейчас. Нет, через воду оно не идет. В смысле? А. Да, то есть оно теряет. Все как в реальной жизни, лол. Оно останавливается, пуль, то есть мы ее можно собрать. Ха-ха. Прикольно. Блин. Все как в реальной жизни. Мне это нравится. О, тут еще один вулкан. О, она под водой даже не стреляет, жесть. Шо, даже здесь вулкан есть, то есть нам не надо будет в другом месте его искать. Есть. Вот там. А, классно. Нам повезло. Эй, теперь меня прикинь. Так, счет вообще за здание. Сейчас проверим.
А, это обычное здание, то, что мы уже прошли. Туда, Да? да, вниз спускаться. Разве? Да. Ну, там были типа скелеты такие нарисованы, да? А тут как бы не напи, ничего не это. Ну, возможно, тут тоже скелеты. О, сколько тут еды-то, ё-моё. Хотя мне с едой уже никакие проблемы нету, да? На, гори, гори, Ваша, гори, гори. У тебя есть два вот этих, У два меня железа. есть... А, что? Два железа. У меня есть лаги. А где ты? Да, у меня тоже. А ты что, вниз спустился? Нет, я чуть-чуть выше поднялся. Да, друзья, мы продолжаем, у нас тут чуть-чуть подлагало. Тут какой-то моб невидимый. Призрак. Где он? Я его вообще не вижу. Фиг его знает. Вот этот с этого моба вот тоже А, фигня. вот какие-то трое. А, да. С этого моба выпадает тоже фигни на Где, спавн где, боссов. где? Ты видишь, нет? Он далеко чуть-чуть отошел. Нет, не вижу. А, вижу, на карте же показывает. По карте надо смотреть. Так, А вон он, вон он, вон он. во-во-во-во-во. Ама сейчас. Опять залагало, что ли? Мама, макрина. Ух, звуки. Все. Где, где, где? Вон он. Где? Выше чуть. Или это не он? Мы его не убили случайно уже? Может, убили? Посмотри, у меня ничего не выпало. Меня тоже. Кстати, вон вулкан, ребят. Ага. Видите, такой огромный, с лавой. Просто охуенно здоровый вулкан. У тебя Что есть есть? два железа. Два железа, два железа, два железа. У меня нет. На вулкане можно сейчас будет взять, там собрать. Давай. Там он же ресурсов дохренища, там он даже алмазы есть, изумруды, все дела. Да, Най, 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 давай най. тогда быстренько соберем два железа, поплавим их, сделаем себе ножницы, И зачем нам ножницы? чтобы листву собрать одну штучку. Там для этого, для спавна? Да. Да зачем? Мы сейчас будем проходить это, потом уже то все будем этим заниматься уже. Да, просто у меня уже все подготовлено, только вот это Ну так осталось. сейчас пройдем-то этот сначала, вулкан, а потом уже будем все остальное делать. Я тут вход нашел, слышишь? Ага. Ты где вообще там? Сейчас. Вот. Че там Не. взрывается столько? Ха-ха-ха, расстреливает. Люблю я дворфов. Пошли? Ну давай. О, Аля, хоть барь! заспавнилась у вас там куча. Аккуратно, там ниже ничего не упади, там Офигеть. чель. Че там взрывается-то столько? Что взрывается? Ничего не слышу, взрывалось. А у меня столько взрывов. Дворф целитель. А чё, больше не будет дворфов шлюхшек? Я хочу дворфа шлюшку видеть. Боже, сколько еды. Они даже заразы не горят, лави капут. Да? Да. Я их тогда буду расстреливать. Чё Все, там? я расстрелял. Так, по-моему, у меня пули кончаются. У меня надо железо будет. Ладно. Так, что, где, куда здесь надо идти-то? А? О, что ты там делаешь-то? Валю отсюда нафиг. Смотри, ты убежал, они такие раз, все посадились на корточки. Такие, все нормально, все дела. Так, ну мы-то идем сейчас вверх, нам надо вниз-то спускаться, на это понял. Ага. Дворфы! Дворфы! Не люблю дворфов. Там. А тут, кстати, есть большой дворф, а есть маленький такой дворфик. И. О, кстати, железо. Слышишь? Тут там Сколько? железо. О, Три. о, 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 алмазики. Да нафиг тебе алмазов, вот этих алмазов, господи. да, два стака. О, тут дворф уже с этим, со щитом. Да, просто скидывать. Пошел вон отсюда. Вот видите, друзья, я вам говорю, то, что вот эти все данжи, они действительно повторяются между собой, и это как бы слегка так удручает нас, а так, в принципе, все в остальном нас, в принципе, и устраивает, да. Что немаловажно, друзья. А в Так что. Дивайне там вообще намного больше всего будет. Да. Куча миров всяких. И Да. куча боссов. Да, так Я, если что. честно, ни разу не играл, но, в принципе, я знаю, что там куча всего есть. Я тоже не играл, но я там смотрел на некоторые летсплеи, но это когда же было? Хо-хо-хо. Это было год или полтора назад, так что там могло что поменяться в диване, так что Ну фиг да. его знает. Ладно, все равно надо будет зайти. Если бы там еще такие текстурки мобов бы были бы, как в пиксельмонах.
пиксельмонах такие текстурки классные. Ага. Я обожаю эти текстурки в пиксельмонах. Они самые попенные. Да такие дела, друзья, вот такие дела. Так что вы не забывайте писать, в принципе, предложения для того, чтобы можно было сборочку. Мы не хотим слишком много туда мобов, ой, мобов, модов туда за это запихивать. Мы такое самое-самое такое основное туда хотим такое добавить. И на это... Один глобальный мод и может какие-то дополнительные на показ урона, трикапитейтер и такое. Да, 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 такое, чуть-чуть глобальный, не чуть-чуть глобальный, просто такое, чтобы вот можно было еще добавить и все. То, что так нас все, в принципе, устраивает в этом диване. Не знаю, можно было бы туда еще что-нибудь такое добавить чуть-чуть глобальнее. Ну, посмотрим, в принципе. Так-то нас все устраивает. Ну, так, а что там в конце? Ох, сколько тут еще вниз стоите, ё-моё. Да. Дивайн и там крафт, я думаю, будет нормально, если соединиться все. Ну, там крафт? Да, и дивайн. Да я в том крафт вообще не играл. Не, ну как, я пытался с ним как-то играть, но как-то что-то как-то... Он вообще такой... Он для меня чересчур сложный. Чересчур для меня он сложный очень. Че, будем туда спускаться или нет? Я не знаю, стоит ли вообще туда спускаться или нет. Может, там что-то есть интересное внизу. Ну давай это тогда быстренько сбегаю туда. Блин. Не надо это вот читерить, а? В смысле? Да-да, я прыгну. Так. Если меня, конечно, не убьют, то я успею. Там какой-то, слышь, вход, да, есть. Да, да, есть какой-то. Так что надо спускаться вниз, слышишь, по-любому. По-любому надо придется спускаться вниз. Без всяких ляси-масяси. Если успею. Так. Ого! Тут чувак чем-то таким стреляет. Да дайте мне пройти вниз! Скуки! Вот уже скуки. О, тут уже эндермены пошли. Меня убили! Меня убили! Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ща я тпхну. Да реально, есть тут какой-то вход, но есть ли там что-то путевое? Ну, нам-то главное все равно это все проверить, узнать, что, как, зачем, почему. И для чего оно там? Да, так, сейчас я тебя тпхну. Тпхни меня, ох ты. Тпхну. Где это? А что тут происходит? Что? Глючи? Обновочка. Ну так, след ГГК. ГГК. Да, какая-то такая колонна интересная. Я так полагаю, это в такой же какой-то еще этот такой ничего там особенного и нету, наверное. Я тоже так думаю. Что такая, как это назвать-то, туманчик? Ага. Ну тут есть как, ух, тут есть какой-то вход. Но... О, это наверное этот. Это дворфов это главное этот. Ну да да да. Как их назвать-то? Ё-моё, сколько тут дворфов, огромное количество. Ух. И реально туман какой-то. Тоже все алмазники. У тебя уже сломалась бронька. Да. У меня еще и пули закончились, блин. Мне железо надо. Дайте железо, папки, дайте железо. Железо есть. Крипер. У меня 3 штуки. Да, для меня 3 штуки там маловато. Используем тактику дворфов, когда мало хп отходишь и пьешь бутылочку. Ух, у меня меч сломался, офигеть. Не, у меня еще целёхник. О, тут что-то интересненькое, тут библиотека. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну я не знаю, почему вот это вот здесь туман. Вот да. Знает. Может из-за выхлопов. Святилище, все дела. Святая святых дворфов. Проходим. У меня нет меча. Это не очень офигенно. Сейчас выбей из кого-нибудь что-нибудь. У меня-то точно нет меча. Кстати, сейчас киркой всех подублю. Так. Просто. Да кирка, в принципе, так же бьет, блин, как и меч, если честно. Ну да. Именно по алмазникам. Так-то она не бьет. Там. Ты там иногда в инвентарь смотри, может там выбьешь. Ага. Оп, кожанчик. Все. У тебя случайно верстака нету? Не завалялся там где-то? Вообще не завалялся.
Не, ну не знаю, мне одновременно нравится этот туман, но одновременно он меня напрягает. Я не знаю, что с этим туманом делать. Возможно, это чьи-то газы. Даже, возможно, это Смауг из Хоббита. Мы пришли продирать. Только непонятно, почему здесь дворфы все-таки. Если это Смауг на передел. Но кто его знает, в принципе. Так, а может это сами дворфы давно не мылись просто-напросто. Так, если дверь не открывается, значит можно ее выломать. Все легко и просто. Что тут у нас? О, я нашел себе железо для своих пуль. Меча там нету случайно? Нет. О, у меня этих пуль теперь. Хоть попой жуй. Че, идем дальше? Да, ты. У тебя алмазы есть? Ага. А? Да. Прикольно тебе, чем усы. О, тут дерево есть. О, давай. Где? Вон там наверху можешь его взять. А ты уже наверх поднялся? О, я себе брынку нашел, еще железо нашел. И палочки нашел. Давай. Не, не здесь, там, дальше, вон там, я имел в виду, Блин, я как это слово? Выколупать? Вот, да, выколупать. Блин, да ё-моё, что у меня с этим словом такие проблемы, а? Короче, блин. Да ты понял меня, всё. Ну да, понял. А то ещё тут туда-сюда, налево, направо. Чё-то мне кажется, это тот же данж, что мы проходили подземный. Чё-то он мне напоминает. Ну да, да, да. Я же говорю, тут все они одинаковые, абсолютно все. Они ничем не отличаются, просто отличаются текстурами вот этих мобов самих. Всё. Так они-то ничем не отличаются. Да. Там пиратики, там дворфики, там скелетики, там, наверное, еще. Я уверен, что где-то еще какой-нибудь данж есть такой, тоже что-то типа такого, у которых есть там тоже какой-нибудь главненький босс, тоже что-то такого данжика по-любому. Но эти приключения меня все равно доставляют мне удовольствие. Вот. А в диване, походу, там вообще каждый моб будет уникальный, можно и так сказать. Разный. Ну, там будет довольно-таки попадалово. Да, у меня еда закончилась, охренеть. Еда закончилась, да, да ладно? Да. Это еды... Вообще нету. Да хренище. Дай мне чуть-чуть. Факелов нету, еды нету. Ты, на, я выкинул тебе там. 18 стейков хватит. Ага, спасибо. Все, я его убил. Взял, да, стейки? Ага. Так, 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 бей, 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 бей. Так, вот, вот, вот так вот. Вот, отлично. И возможно, друзья, опять очень возможно с напрягой, но возможно мы будем даже кого-то приглашать в гости в следующий летсплей. Да, если получится, то. Если получится. Мы не знаем кого, но посмотрим. Так, ты там поел, да? Все дела? Чё тут? Чё, сокровищница? Нет. Дварф. Это тут дварфы? Да нифига. О, есть, есть какой-то. Ух, сейчас мне... А, да, вижу сундучок. Два сердечка. Так, вот, вот, а, вот, отлично. Так, 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 так. Я все же возьму себе на всякий случай меч еще один. Пускай будет. Дальчик. А то этот уже сломался почти что. Ну, мы уже почти... Ребят, мы скоро серию закончим, мы сейчас уже босса еще убьем, и все. Тут уже чуть-чуть осталось до босса, я это думаю. Ага. А, не люблю, когда меня выбивают из рук мой меч. Залагало, да? Да, залагало. Пауза. Так, меч... А, у меня же был какой-то даггер, я, если честно, даже его и не замечал. А, офигеть. Мы продолжаем, продолжаем. А-а-а, блин, меня убили. И охренеть, меня тоже. А, ну в принципе тут можно же заспаниться. Только ну, сейчас, да. сейчас я не буду пока что спаниться. Мне же меч нужно сделать. Ты да, пойди там еще залутай немного. Телепортировался, да? И я нет. Ты да. Нет, я-то телепортировался, ага. Я же не знаю, потому что подлагивает. Ты да. Я ж когда же спамишь, меня лагает жутко. Ладно, я тогда тоже за ТП-хуюсь, потом меч себе сделаю. Отлагивай, отлагивай! А меня опять убили. Лол! Ох, эти лаги. Как я их люблю. Да. Тебя ТП хоть? Или сам? А я разве не ТП-шнулся?
А где ты? А, я тебя вижу, да. Сейчас Я куда? себя не... Сейчас куда, наверх или откуда мой Наверх, меч? наверх. Да. А где мой меч? Походу Посмотри, у я. тебя внутри нет моего меча? Да, есть, на. Где она? А. Офигеть, меч Сюда. больше, чем этот дварф. Да-да. А, офигеть. Я вообще так прикольно с двумя руками бегал. Что у нас тут? О, алмазики. Хотя нафиг они нам надо. Да. Чё тут? Там броня, кстати, была. О, мне как раз нужно. Я сейчас даже не заметил, что у меня броньки нету. Так, Ну ты может невидимый, пройти? кстати. Да? Да. Ну это же этот дагер, правую кнопку нажимаешь, становишься невидимым. Пом-пом-пом. А, реально? Пом-пом-пом-пом-пом-пом. А я не знал. Офигеть. Это мне подписчики сказали. Да. Типа нажми правую кнопку, все дела. Вот. Аккуратненько, Офигеть. аккуратненько. А они даже не горят. Ну Как да, круто. они дворфы, у них закаленная такая кожа. И их не. Фу, слайм. И их не страшит даже лава, потому что у них лава течет по их венам. Так, давай, 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 Ты, давай. кстати, играл в моды «Властелин колец». Нет. Нет, тоже прикольный. Да? Но там тоже Не нету знаю. данжев, мне так кажется. Только большие орки и Что-то я морды, и все. посмотрел, но там ничего интересного я не увидел. Ну да. Так, давай, умри, Кто меня умри! поджег? Поджег крендель так. Ай-яй-яй-яй-яй, я бегу. Ты куда зашел, в комнату? Да. Все. Тварюга, Опять тварюга. убили. Да. Ха-ха-ха. Да не успел зайти, уже этот поджег меня тут. Да блин, да попу этого поджигателя, главное вот этого с луком убить. Потому что эти с луками они все время такие жесткие. А. Что О, тут? Железо. ботинки. Мне нужны ботиночки. Так, умри, умри, умри. Все, отлично. Да блин, поджигатели. Я не люблю, когда меня поджигают. Опять и меня капут. Так, Так, я все. попью. Все, отлично. Идем, идем, идем. Я уже хочу прям увидеть этого короля дворфов. Ё-моё. Сколько там еще долго идти там? О, алмазный меч выпал. Да это мой выпал, слышишь? Значит, Ладно. о, алмазный меч выпал. Я такой уже обрадовался. Да, РГБУ уже там раскатал так. Ай-яй-яй-яй-яй! Не отличишься ты, а вот это да. Фу, успел. Я пока что так поиспользую, да, немного. Кого? Меч. Да у меня же. Да у тебя же есть вот этот большой. Ну, все правильно. Так, Да. да, что же он такой длинный-то, этот подземелье, оно самое длинное. А. Так, тех я не буду трогать, там неинтересно трогать даже. Пошли. О, уже тут босс. Ну, походу, я так думаю. Разве? Уже где-то тут. Давай, заходим в комнату, давай, 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 давай. О, сколько тут дверей всяких. Да, это было такое раньше перед боссом. Такие сидят. А вы что это А. вы тут делаете? А мы вас не звали. А вы приперлись. Так, пошли. Да, вот это вот все. О, ждет у нас прямо уже такой. А. Своим мечиком. Да я вас тут всех О. раскидаю просто вот так вот. Факелы, факелы, факелы возьму. А ну-ка подходи по одному подходите, сволочи. Нет, 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 не возьмешь, не возьмешь. О! Я спасу. Убил. Да. О, это босс? На големе, охренеть. Фига себе. Да он не на големе, он как бы на роботе. Да, Жесть. че, забегаем? Давай заходим. Чаще. Так. Давай. Ай-яй-яй! Блин, так прикольно выглядит. Дворф Терминатора? А че он вообще даже не... А Я там так... разные хп, там раз есть хп у этого Терминатора, а А, есть да. Дворф Инженера. Опа, а теперь сам он такой. Да. Ну такая же, кстати, штука, как у меня. Лол, прикольный босс, кстати, мне понравился. Вот это Короче. реально прикольный босс, да я понимаю. Они всякие там О, некроманты. да. Только я знаю, что мы по-любому где-то все-таки вот упустили босса этих нага. По-любому, наверное, где-то Ага. был. Наверное. Ну ладно, в принципе. Так вот. Так, умри. А, Нет, 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 не. нет, 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 нет
Все, о, выпала его вот эта штука. А ну бери. Ганспир. Че это? Посмотри, что оно такое. А, обычная пушка какая-то. Пушка? Ну, какой-то фиг его знает, что это. Обычный молот или что это? Оба, вот это можно. Хотя не, у меня это есть. Ну давай я посмотрю. О, посох тьмы нашел. Да? Посох лечения. Опять эти перчатки. Ага. Ну такая сокровищница у нее такая не бедненькая, да. О, еще одно перышко. Двери возьму. Так, уже железо, изумруды. Тут такого ничего интересного. И тут. Тут тоже ничего интересного. Этот. Кинь, я посмотрю. Че, он стреляет? Или что это? Наверное, не знаю. Ага. Да. Если правую кнопку зажать, то стреляет. Ага. Так, а посох тьмы? А, он что-то вызывает от этой штуки. Ну, летающую мышь попаду. Если вообще попаду. Че, все, не стреляет? Вообще какой-то ни о чем. Пу-пу-пу. Эй, что такое? Че у меня хп отнимается? А, я голодный просто. Ладно, друзья, на этом-то серия подошла к концу. Если вы впервые на наши каналы, то подписывайтесь обязательно, оставляйте свои комментарии. Вы знаете, какие комментарии надо оставлять. Мы уже попросили. Так что... И ставьте большие пальцы вверх, если вам понравился этот гном на Терминаторе. Король гномов. И я думаю, в следующей серии мы уже убьем, заспавним большого босса, если получится. Да, я даже не знаю, как он выглядит, если честно. Но... Да, я, в принципе, тоже. Он какой-то... И вот такие дела. Да, друзья, да. На этом все. И всем всего. Пока. Всем пока.